Ребята, всем привет! И извините, что не было так долго видео. И сейчас пятница. Не буду рассказывать, что было, потому что это будет очень долго. И мы сегодня поедем на дачу вечером после Биг Бена. Я и так не хочу Биг Бен. Аналах-малах, без этого. И сейчас покажу сумочку, в которой мы будем все ее вещи собирать, как в тот раз. Короче, будет точно такая же почти поездка. Только я надеюсь, это будет поинтереснее видео. Ну, те тоже были интересные. Всегда буду снимать вам поездку на дачу. Потому что что-то новое все равно будет. Что-то новое будет. И буду снимать. Так, фотоаппарат. Сразу скажу, такая поездка на 3 дня, если не будет дождика. А его не будет. Фотоаппарат вот в такой чехол. Кстати, это новый у нас чехол для фоточек. Вот. Выглядит. Так, не будем тратить время. И думаю, все видят такую сумку, которая у меня будет. Рюкзак в 5 класс. Ну, просто сумка. Оказывается, что с такими ходят в школу. Вот. Я что-нибудь положу. Что первое необходимо. Так, сейчас я вам покажу камилочку. Она здесь сейчас лежит, я не хочу брать, очень сильно не хочу. Вот она лежит, с телефончиком играет. Кстати, я им купила вот такие каждой нашей девочке телефон. Камиле я купила вот такой желтенький. Привет, вот такой простой. Ну, я не стала в него покупать. Там, ну, специальные сим-карты или что-то типа этого. Потому что... Ну зачем? Я же для них купила просто так. Вот. Могут его в воду кидать. Игра с ним. Бегать, прыгать. Вот. Она им очень любит, они вот их телефончики вот. Это ее беленький. Вот прям они подходят друг к другу. Беленькая она и в ручку влазит. И такой телефончик. Фэнк. И вот. А это он уже в земле у нас побывал. Так что я их давно уже купила. Может, 2 недели назад. Не показывала, короче, вам. Такие вот телефончики самые простые. И сейчас будем еще... Не знаю, возьму я с собой или Нику, или не возьму. Надеюсь, возьму, но... Думаю, возьму, да. Вот. Ездим на 3 дня, так что не на 2. Я сейчас покажу, что буду собирать с собой. Ну, то есть, в смысле, для девочек и для себя. Ну, для себя я уже собрала все так, что буду показывать, что для девочек. Давайте начнем. Так, и для девочек, для Камилы сначала одежду я соберу. И давайте начнем собирать одежду для Камилы. Первое, что это будет, я возьму, что с собой, это будет у нас... Не знаю, нужен, не нужен костюмчик теплый. Думаю, не нужен, так что я его, наверное, не буду брать вообще. Вот, точно возьму. Возьму вот такой костюмчик теплый, да, если будет дождик. Возьму такой теплый. Возьму кофточку. Возьму для Ники кофточку. Так, возьму носочки для Никуси, возьму носочки для Камилы. Вот эти. Какую шапочку мы сейчас оденем? Так, Ники такую, Камиле такую. Так, что еще? Царапки не буду брать. Лучше возьму вот такой костюмчик. Хотя нет, хотя да. Не нужен. Камиле возьму песочник. Не знаю, нужен будет, нет. Нашу. Так, и сама Камила. Она пока вот сидит, я ее посадила.
Ой, она у нас носок сняла. Ой, ты что сняла носок? Ты что носок сняла? И тапочек сняла. Возьму один телефончик. Возьму Ники. Но она пока будет играть. Ой, упал. Да, Ника. Она уже у нас его кидала. Играла. Так, лук-браслет я не буду брать. Ну, потому что и так скучно будет. Так не скучно. Самое главное, что я возьму, это обязательно памперсы. Три штучки памперсов беру. Вот такой пульт, тоже их, которые я... Вот, у нас поставил телевизор, вот это от него, чтобы они любят сувать в рот, все, продезинфицирую. И домом играть, не нажимают на кнопки, швыряют его, тут все равно не нужен. Так, быстро. Что дальше? Дальше я возьму пеленочку. Тоже не знаю, понадобится или нет. Возьму бутылочку нашу любимую соду, вот эту. Так. Покажу. Возьму вот такую от фирмы Нук. С такой соской новой, от которой мы купили. Новая соска просто. Простая. Яв. Как же это рука вот это все возьму. Я думаю, что он. Тоже больше ничего не надо. И возьмем наш пледик и возьмем еще пленку. Там она уже лежит. Думаю, поиграться будет достаточно для того, чего надо. Из поиграчка. Поиграчки. Так. Книжек у нас там очень много, короче. И в чем она у меня будет спать? Возьму вот такую кофточку, если будет жарко. Возьму наши эти, ну это такой специальный отдел. Ну то есть, если там на всякий случай, да, на пожарный. Эти бактериалки наши.
И все. Так, соски, 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 обязательно соски. Как? Мы без сосок пропадем. Пропадем мы без сосок. Нашу обожаемую соску, самую любимую нашу соску. Соска из сосок нашего, которую я уже вам говорила, показывала 100 раз. Вот такую сосочку. Наша любимая соска. Вот это. Вот. Это на пожарный и Ники. Так, вот. И все. Вот и все. Что я с собой возьму? Такую всю кучу. Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Пока.